Сюрея ухаживает за ребенком. После череды событий Сюрея ведет рутинный образ жизни и не понимает странного поведения Эсмы. Одна новость приведет Адема в восторг. Это станет самым счастливым мигом в его жизни. Вмешательство Османа неожиданно столкнет Эсму и Гарипа. Одно изменение в особняке приведет Фикрета в бешенство. Предложение Адема вызовет в семье Баран эффект землетрясения. Тайна, которая может все изменить, оставшаяся скрытой на протяжении долгого времени, раскроется в руках Эсмы. На этом, собственно, все. Спасибо, что были с нами. Всем до встречи, ребята. Пока.